В 2002 году для охраны и патрулирования территории предприятия в компании ArcelorMittal Темиртау был создан питомник служебных собак. В 2014 году он стал собственностью подрядной организации комбината. На данный момент у нас 18 собак, из них 17 немецких овчарок и одна лабай, она для патрулирования цепного. То есть она на складе стоит, на открытом склад металла. Стоит на карауливании. Остальные собаки ходят на территорию, то есть на данный момент мы охраняем складские городки. Работают сутки через двое, заступают на смену, уходят в ночь, то есть в их будние дни на ночное патрулирование, выходные круглосуточные. Выходные праздничные дни они заступают на круглосуточное патрулирование. За каждой собакой закреплен кинолог. Их в штате 12 человек. Они занимаются уходом за псами и их кормлением. Отдельное внимание уделяют тренировкам. Основной упор делается на то, чтобы собака смогла задержать преступника. Для этого во время тренировок кинологи надевают специальную одежду для дрессировки, плотную экипировку полной защиты и отрабатывают захваты. Также все собаки проходят обучающий курс дрессировки в специальном тренажерном городке для того, чтобы собака умела преодолевать всевозможные препятствия. Одним из важных условий успешной службы является здоровье четвероногих. В этом вопросе особую роль играют правильное питание, своевременная вакцинация и возможность оказания экстренной помощи. В питомнике оборудован ветеринарный кабинет для ежедневного осмотра, оказания хирургической и терапевтической помощи, а также есть 3 родильных отделения и душевая. Живут четвероногие в просторных вольерах с утепленной будкой. Ветеринарные препараты, лекарства – это все Салерс обеспечивает в полном объеме. Никогда не было такого, чтобы там что-то денег нет на что-то. Деньги на все хватает. И на питание, и на лечение, и на профилактику. Занимаются здесь и разведением собак. Щенки немецкой овчарки пользуются популярностью. Их охотно покупают частные лица и питомники Министерства обороны, МВД и МЧС. Некоторые остаются в питомнике для ремонта стада, то есть пополнения молодыми собаками. В прошлом году мы получили вот сертификат на приставку заводскую «Сайлерс». То есть у нас щенки, например, рождаются, у них уже есть приставка Салерс, там Салерс, Белла там и так далее, какие именно. Нас признали международная организация кинологическая, что мы имеем право вот эту приставку делать. Питомник служебного собаководства охранного агентства «Салерс» известен не только в Темиртау, но и за его пределами. Молодые овчарки регулярно участвуют в городских, областных и республиканских выставках. По словам сотрудников питомника, высокие оценки судей подтверждают чистоту породных линий и рабочие качества немецких овчарок питомника. Кристина Кириченко, Андрей Обуховский. Новости Темиртау.